30 потрясающих снимков, да и после обработки в фотошопе. Первая версия программы Adobe Photoshop была выпущена 28 лет назад. И с тех пор люди перестали верить в то, что видят на фотографиях. Ведь то, что поначалу является простым любительским снимком, после обработки в фотошопе может стать настоящим произведением фотоискусства. Представляем вашему вниманию 30 потрясающих фото до и после обработки в фотошопе, которые докажут, что не стоит всецело доверять красивым фото в интернете, журналах и так далее. Красивым фото в интернете.